Здравствуйте, друзья! Представляю вторую серию «Интереснейший бой с Джоном Долларом против заряженных дисков». И в этот раз нам повезло то, что дисков зашло 5, с ними один гость. А с нами шальной взвод, боец из клана пиратского Тхук, Борг. Также с нами Асандра из клана Су, тоже хороший боец, очень сыграет большую роль в этом бою. И мы сейчас пытаемся вместе с Джонни зайти на мост. Там фура МК-2 сильно-сильно больно стреляет, но есть такой принцип: стреляют в меня, значит, не стреляют в мою команду. А я захожу на длинный вектор прыжка, чтобы все-таки взять правофланговый маяк, потому что мост в замке стратегический. Сразу переводим огонь на спектра и все-таки забираем маяк на мосту. Джонни там уцелел и должен закрепиться. Но у нас проблема, прошли с левого фланга. Руси экстремал пытался удержать, но не выстоял против паука. Это сложно. Все-таки заряженные на ластендах, на бустерах диски. Сильный уже стал клан, набирает обороты. Набрали хороших мехов, все больше закупают инвайдеров, аресов. И сражаться становится с различными кланами все сложнее. Диски стали значительно сильнее, чем были раньше. Я постараюсь все-таки выбить фуру на драгунах, которая заняла хорошую позицию. Драгуны МК-2 стреляют очень больно. Очень уже наших ребят постреляет сейчас. И удается фуру все-таки добить. Но боюсь, что из-за этого я пожертвую своим вторым пауком. Сборка хорошая, бюджетная, но для таких топовых боев, конечно, на гастах уже не совсем годится. Но эта сборка тоже для карты Касл не совсем подходит. Так, Джонни уничтожили, смотрю, на втором мехе он заходит. Устремился на арес, я срочно выдвигаюсь ему на поддержку. С нами гость из клана Нео. Тоже сражается как может. В общем, держимся, пока ситуация стабильная по маякам. И сейчас нужно срочно отбить мост и закрепиться на этом мосту, удерживать противника и надеяться, что сейчас контратака с левого фланга дисков не проломит все-таки нашу оборону, и они снова не захватят наш левофланговый маяк. Иначе очень сильно усугубится наша ситуация. Так, Джонни справляется с аресом противника. Красавчик. Все-таки разработчиков внимание обращаю, как плохо паук поднимается по наклонной поверхности. Это просто нереально. Очень неудобно. Скорость у него абсолютно не сохраняется на таких поверхностях, поэтому учитывайте, друзья, такие моменты. Отхожу назад, чтобы не мешать своим парням для прыжка. И сразу назад. Огромная туша инвайдеров прыгает на нас. И нужно сейчас нам вместе концентрированно быстро его спалить. Страшная драка на мосту, держимся. И все-таки, смотрите, судя по маякам, проломили нашу оборону с левого фланга, контратака увенчалась у дисков успехом, и они закрепились на нашем левофланговом маяке. Нужно срочно мне сливать своего паука, появляться там, потому что они дальше пойдут уже на наш респ. И этого окружения допускать нельзя. У меня всего две машины осталось, вот такой жаркий бой. А вот они, красавцы, что и требовалось ожидать. Уже на наш респ ломанулись. Сливаем Меркури. Там Джонни остался один. Я срочно, нет, еще все-таки боец Нео вместе с ним. Так, Борги и Асандра на левофланговом закрепились. Значит, сейчас задача снова удерживать мост. Я устремляюсь на помощь к Джон Доллару, но он справляется, молодец, справляется и удерживается на мосту. Закрепляемся с ним здесь и смотрим, что будет дальше происходить. Снова дикая атака идет дисков на наш левофланговый маяк. Есть риск, что там Борг, Асандра могут не удержаться на левофланговом. Судя по значкам, там два фалькона пошли на прорыв. Это опасно.
Но также есть ощущение, что диски понесли тоже огромные потери. У меня после потери этого паука останется последняя машина. И, конечно, я пойду ей на отражение атаки с левого фланга и снова буду забирать маяк. Судя по значкам сверху, проломили диски, все-таки забрали левофланговый, и уже бодрые фальконы несутся на наш респовый маяк. Жаркая, тяжелая ситуация. Завязывается схватка. Два фалькона, паук и на Оресе Асандра. Обороняем наш респ. И нам это удается, друзья. Вместе с Асандрой контратакуем двух фальконов, уничтожаем и забираем левофланговый. Но, судя по значкам сверху, выбили все-таки Джона из-под моста. 4 минуты до конца боя. Но я чувствую, сейчас смогут они высохнуть, эти диски. И пусть я пожертвую сейчас последним пауком, мне останется уповать, конечно, только на Джона, что Джон затащит этот бой. По моим подсчетам, у него еще осталось минимум 2 робота. Забираем фалькона. И постараюсь забрать еще фуру, которая тоже достаточно больно стреляет трайдентами. Тоже, похоже, в серьезной прокачке. Он много наших ребят пострелял, действует грамотно. И я отдаю жизнь паука за эту фуру, друзья. За кемпера. Смотрю, на тяжелых мехах уже пошли диски, а значит, они заканчиваются. Сейчас посмотрим, кто из наших ребят остался в строю. Так, снизу сожгли Джона, значит, у Джона остался последний робот, друзья. Ситуация полностью критическая. Но и диски потеряли двоих, 3-3. Думаю, что это у всех последние мехи схватка. Ну, Асандру не успел я посчитать. Может быть, еще у Асандры есть один или два меха. И тогда есть шанс. Джон заходит на Немезиде. Боец из Нео под номером там 215 с чем-то заходит на Фури. Тоже, видимо, последний мех у него будет поддерживать ребят. Асандра закрепился слева. И его задача сейчас удерживать наш левофланговый маяк. Иначе мы полностью проиграем. Два маяка у нас против троих и полностью проседаем по времени. 2 минуты до конца боя. Джонни, давай, вся надега на тебя, вытаскивай. У Немезиды большой плюс у него есть. Он будет быстро перезаряжать способность свою с энергощитом и отстреливаться. Так, на хороший, кстати, вектор выходит боец из клана Нео. Забирает третий маяк Джон, закрепился на мосту. И Джону ничего не остается сейчас, как топать на все-таки на респ противника и забирать четвертый маяк, иначе мы просядем. Асандра убивает еще одного диска, но остались у них мехи. Заходит противник снова на роботе. Асандра слева хаечи, теряет своего меха. И все-таки чудо, да, есть еще робот у Асандры, заходит на оборону левофлангового маяка. Жаркая схватка, последняя минута боя, друзья. Напряженная ситуация. Так, смотрю, там сожгли фуру у Нео, и чудо, у него тоже еще остается мех. Просто красавцы, ребята. Все-таки мои потуги на маяках, пока я собирал урон, не прошли даром, все-таки правила действуют. Если стреляют в меня, не стреляют в мою команду. Ребята сэкономили мехов. Джон прошел на респовый маяк противника, забирает четвертый маяк. 40 секунд до конца боя. Напряженная ситуация. Нео вместе с Асандрой сражаются за левофланговый, удерживает маяк до последнего. Да, на последних мехах тяжело поврежден номер 215 Нео. И на кемперском уже мехе заходит Асандра. Последний робот у нас 10 секунд. Все-таки диски зарядились, да, бустерами на этот бой.
3 секунды, и все-таки, друзья, сейчас будет у нас победа. Победа, затаскиваем бой. Дженни удержался. Удержался, хотя там погиб на последнем роботе. Но удержал маяк. Вот такой замечательный бой. Джонни, спасибо за игру. Всем хорошего настроения. С вами был Андрей. Увидимся, друзья.